10 ноября завершилась 44-дневная Отечественная война, которая останется в истории славной победой Азербайджана. Азербайджанская армия на глазах у всего мира разрушила миф о непобедимости армян. Азербайджанские солдаты и офицеры, проявив большой героизм, отвагу, выполнили почетную миссию, освободили родные земли от оккупантов. По мнению казахстанского политолога, главы общественной организации «Голос молодежи Казахстана» Асхата Касангали, мощь армии Азербайджана связана с современным оружием, сильной авиацией, беспрецедентными разведывательными действиями и спецназом. Тут необходимо отметить спецназ. Доля спецназа возвращения Азербайджаном Карабаха огромна. Особенно спецназ Яшма, созданный вблизи населенного пункта Яшма в Азербайджане. Эти отряды стали кошмаром для армянских захватчиков. Их высокий уровень подготовки и особая тактика не раз поражали вражеские войска, отметил он. Спецназ Азербайджана попадает 4-5 человек из 100. Спецназовцы должны не только иметь отличные физические данные, но и владеть несколькими языками. Спецназовцы знают азербайджанский, турецкий, русский языки. Половина также владеет английским и армянским, добавил Касангали. Азербайджанский спецназ регулярно проводит тренировки с турецкими и пакистанскими коллегами. Кроме того, тренировки проходят в скандинавских странах, чтобы спецназовцы были готовы к любой погоде и местности. Спецназ включен в воинские формирования всех типов – море, воздух, суша. Известно, что на Каспии размещаются специальные морские военные спецназы «Тигр». Азербайджанский спецназ обеспечен самым передовым оружием, поэтому оружие Турции, России и Израиля, стран НАТО, стало неотъемлемой частью этих отрядов, подчеркнул казахстанский эксперт.